Я Вита, мне 13 лет, я иду в 7 класс. Я закончила 6 классов. У меня есть мама Анжелика и папа Максим. Они стоматологи, у них есть своя клиника. Папа директор. И сейчас я живу у бабушки Гали. Она учитель биологии и химии. Также тут есть прабабушка Зина. Я люблю здесь есть ягоды, клубнику, малину, крыжовник. Люблю горох. Также у меня есть бабушка Наташа, дедушка Саша. Они живут в Рябово. Там я люблю туда ездить. Там есть квадроцикл, то тоже на нем люблю ездить. Я хочу купить себе питбайк. Вот. Мой знак зодиака рыбы. Я увлекаюсь астрологией. Хочу больше ее изучать. И хочу изучать нумерологию. Я люблю черный цвет. Мои любимые цветы это пионы и ромашки. Я иногда читаю. Я люблю очень слушать музыку. Очень люблю гулять, танцевать. Люблю ездить в путешествия на поезде, на машине, на самолете. У меня есть подруга Полина. Я люблю с ней проводить время. Я хочу заниматься и ходить куда-нибудь на какой-то вид спорта. Ну и просто чем-нибудь заниматься. Я люблю, мое любимое время года это лето. Я люблю, когда тепло, солнечно. Ну, иногда люблю дождь. Летний, маленький, не ливень. Люблю гулять под дождем. Это классно, прикольно.